Здравствуйте, друзья! Большой привет Севастополя! Прямо сейчас ехала в машине по делам и решила остановиться, пока вдохновение пришло, слушала песню «Стремление к свету» и прям захотела остановиться, послать отзыв свой, поделиться своим вдохновением. У нас сегодня, посмотрите, какое небо, ясное, чистое, полное света. И слова, которые обратили прям мои глаза в секунду на небо, это мечта у каждого своя, но все они живут как птицы. И у меня сразу как-то раз импульс такой на небо, посмотрите же мои мечты как птицы. Очень вдохновенно было даже в образе представить мою мечту, мечту, вот вокруг люди здесь ходят. Что когда человек мечтает, мечта как птица такая белокрылая, может быть, любого другого яркого цвета, у всех же мечта своя, и она возносится вот в эти небеса и устремляется к свету, чтобы творить, чтобы созидать, чтобы вместе вершить и строить новую землю, как да, потоком нашего мечтания. А еще вспомнили сейчас в эту минуту слова о том, насколько важно мечтать. Что Эйнштейн вообще высказал такое мнение, что мечта – это предварительный просмотр того, что для нас приготовил в нашей жизни Бог. Я, конечно, нам всем желаю, чтобы эти песни прекрасные, чудесные, волшебные вдохновляли нас к великим мечтаниям, и чтобы наши мечты, они созидались и наполняли землю любовью, радостью, красотой, вдохновением. Всего доброго вам дня!